Доброго всем, Раптор, господа, с вами снова Римас. Мы продолжаем свои приключения в Ark Survival Evolved Выжженная Земля. Ну что ж, у нас очень много чего появилось в нашей базе, я сейчас вам покажу. Ай, Римас, хватит уже показывать туда-сюда. Ладно, ребят, ну что ж, я понимаю, что вы ждете рейдов. У нас сервер пока что такой, знаете, дружелюбный, можно сказать, да? Так, мне надо мясо взять с собой. Кстати, здесь одна фишка такая есть. Мы сейчас готовим соль. А соль для консервирования, да? То есть, если вы берете соль вот с собой, да, вот смотрите, вот сейчас мы просто проверим мясо, да? То есть, мясо испортится через 6 минут. А вот так вот через 3 минуты. То есть, если у вас с собой в кармане будет соль, мясо в 2 раза будет дольше держаться у вас. Поэтому для томления праймом и тому подобное, берите с собой сразу соль, потому что прайм очень быстро портится. Кстати, в данный момент у нас происходит буря. Огромная, большая, страшная. Колобок, выйти. Колобок, ты меня зажал. Да я смотрю, дверь кто-то тыркает, я открыть не могу. Скажи всем привет, Колобок. Привет, малыш! Мы сейчас этих напили богомолов, полимера органического. Сейчас попробуем огнемет, может, сделать, если останется. Так, голос, нормально все. Огнемет, да, кстати, сейчас у нас появится, возможно, огнемет. Ну и... Ух ты! Боже! Как это красиво! Вы посмотрите, по всей видимости, обновление добавили еще... Типа, у нас... Обалдеть! Вы посмотрите, что это такое, ребята! Это просто полная жесть! Вот это буря! Многие просили, чтобы я взлетел, посмотрел на свою базу сверху. Ну, блин, у нас темнота сплошная, нихера ничего не видно. И стамина просто падает. Кстати, почему-то у нас Аргентавис голодный. Ну что, нам придется подождать бурю, как она закончится, потом мы с вами продолжим. Да? Кстати, нам надо еще немного... Погромче сделать. Общую громкость увеличить. Эффектов уменьшить. Громкость увеличить. Вот так вот, наверное. Да, чтобы было слышно. Ребят, стамина у нас буса заканчивается. Так, ладненько, тогда придется дождаться бури. Как она закончится, я вам покажу. Бензопилу, ребята, как она просто да, шатает все. Это кто такой? Душа какая-то. Душа какая-то. А что, он без сознания? А, он без сознания. Что, он уфнулся, что ли? Давай его запилим. А он ухрюкался, походу. Давай его запилим. Наделали, вот он ее принял. Что, запилим его давай? Смертника забери. Так, ладно. Тихо. Ага, спасибо. Так, кто тут у нас Doom? Ёптать, не понял. Там Doom Spirit, и здесь Doom Spirit. Он что, проснулся, что ли? А? Где? Оно живое. Оно живое, оказывается. Чё ты? А кто алкоголиком-то был? Так, ладно, ребят, я ставлю на паузу запись. После этого, после бури, я возобновлю. Не переключаемся. Ну-ка еще раз покажи. Колобкинский вообще молодец. О, нормально. А ты покажи первую анимацию. Кажется, вот так вот. Да. Это ты кому показываешь, Колобок? Мне и моим подписчикам? А что я по... Типа, иди сюда, я тебе бошку отрублю. Ну, типа так. А, не-не-не, вот надо вот так кричать. Привет! Да-да, привет, малыш! Слушай, Колобок, а пойдем со мной? Пойдем со мной кое-куда сходим? Пойдем. Сейчас, ребят, вам прикол покажу, просто невероятный прикол. Ты хочешь меня электрошокером ударить? Нет. Я хочу тебе... давай, садись сюда. Ой. Не того. Вот сюда. Блин, застрял. Да что ты будешь делать, застрял. Тик. Вот так вот. Мы сейчас с тобой пойдем в каньон. И ты там скажешь два волшебных слова. Привет, малыш. Ты знаешь, да, в каньоне этот такое эхо бывает. Ну-ка, зачем, скажи? Так там драконы. А, нет. Ты в это ущелье. Да, вот в здесь это вот. Ущелье можно.
Ну-ка, скажи здесь что-нибудь. Привет, малыш. Во-во-во-во, еще раз. Вот здесь классно вообще. Привет, малыш. А что, эхо что ли есть? Да, эхо. Ты что, не слышишь эхо? Вот я с тобой разговариваю. Нет. Не, а у меня эхо. Есть кто-нибудь? А может тут нет никого? Сзади дракон! Колобок! Дракон сзади! Где? Ты меня обманываешь. Шутка. Ладно, поехали на базу. Блин, когда ночь закончится-то? Вот так вот. А чё мне сегодня? Нормально, мне все светло. Чё сегодня, кого тамить будем-то? Да хотелось бы голема поймать, но надо материалов набрать для него, этого утомления. А-а-а. Ну вот, все просят голема. Нету, богомол. Все просят голема. Ну, голем. Все просят. Да. Голема надо с этой серой. Да, ну сера, в принципе, у нас что? Мы так набили, я смотрю. Я вчера тоже Блин, смотри, какой дубак-то, а? Холодрыга полная. Видишь, да? Да. Но у нас металла сейчас маловато, чтобы пушку сделать с ядрами. Его же усыплять надо ядрами. Ну да, это понятно. А у нас металла маловато. Надо металл добыть. Мы сейчас за металлом рванем. С Костей. С Вичом, Боб который. Угу. Ну там осторожнее будьте, потому что вот в горах в основном и эти бывают, а драконы-то эти. Голема-то? Нет, там драконы бывают в горах. Я вот вчера чуть не слился. Вчера не помню. Мы уже там сегодня около пустыни летали. А, я уже понятно. Видел этих виверн. Понятно. Ты знаешь, к нам виверна 120-я прилетала? Да, я же вчера заходил уже в Дискорд. Верблюда. Вы говорили. Ну. Че, ее убили потом, виверну? Двух тушканчиков. Виверну убили? Да, с турелями. Костя турели активировал на стрельбу по всем. Она быстро слилась достаточно. Слушай, а у меня вопрос такой. А где такие очки достать вот у твоего тушканчика? Смотри, вот. А это вот бандану надо пустынную сделать и на него одеть просто. А-а-а, вот, да ты что, я не знал. Свою бандану возьми, одень на своего и увидишь. Сейчас. Так, его надо, да, закинуть сюда. Ну да, сбрось его, 2F. Ребят, вот. Два раза F нажимаете, его сбросит. А чтобы его, ну, как бы этот, на шею этот погрузит, вы нажимаете E, подобрать, и все. Сейчас бандану закинем. Так. Ой, какой красавец. Класс вообще, да. Ку-ку, ёпта. Вообще класс. Блин, такой красавчик, а? Такой крутой, смотри. Блатной такой, да? Ну да, такой этот, гопник на районе. Урбанистический. Да, он у меня уже, кстати, почти 20 уровня. Эй, Римас, дай мобилу погонять вообще. Да. Нету, а если найду, да? Стопэч, Казавр, иди сюда. Слушай, Колобок, ты меня уже обогнал по уровню. Это что такое-то, Колобок? Я 45-го, ты уже 56-го. Хотя, блин, я начинал... Ты видел, что вокруг базы у нас? Пойдем. Да, я видел, да. Пойдем посмотрим. Ты видел вот эти бегемоты? Видел. Это ты их крафтил, да? Ну, догадайся, откуда у меня уровень появился. Понятно. Я их крафтил. Ну вот, смотри, понятно. Мы уже вот так вот все обнесли. Пойдем покажу. Ой, хитерочек отложился. Где? Дизлайк, отписка. Вот. Вот. А ворота вот когда будут готовы? Принесли. Ну, створки еще осталось сделать и будет. Ну, я так понимаю, после этого вот эти вот маленькие бегемоты мы будем разбирать, да? Да, разберем эти маленькие. Немножко дом расширим. Ну, понятно, да. Может быть, теплицу эту специальную для там всякой травы. Угу. Понятно. Что там, сколько у нас времени? Блин, 2 часа только. Ну вот как-то так. Ладно, погнали домой. Дождемся утра. После уже продолжим, наверное. Так, закрыли. О, шашлык, машлык, кебаб, туда-сюда, обратно. Классно. Так, ну что ж, ребят, дождемся утром.
И мы с вами продолжим. Ай, не переключайся. Ну что ж, господа, наконец-то настало утро. Поехали, я вам покажу все-таки. О, господи, что так прям зависло жестко прям. Так, я вам покажу, что такое бензопила. Это просто имба какая-то, если честно. Так, нам надо сначала убрать стрелы. Я вам в прошлой серии показывал, что такое арбалет. Ну и, конечно же, огненные стрелы. Что они вообще делают? Они такие вещи вершат. Короче говоря, смотрите. Для того, чтобы бензопила функционировала, нам нужно брать с собой бензин. Да. Бензин, ну, газолин, так называемый, да, если на английском переводить. Ну, он так переводится, газолин, газолайн. А так бензин. Так, бензопила у нас 53%. Это получается его топливо плюс 21. Что такое плюс 21, я так и не понял, да? Максимум прочность 80, урон оружием 100%. И магазин 160. Магазин это так, это топливо. Так, ладно. Поехали. Спокойно. Утро, да, утро наступило. Я забираю аргента, наверное, заберу его. Надо, кстати, аргента все-таки накормить потом. Так. Находим ближайшее дерево. И обратите внимание, друзья мои. С одного дерева сколько будет древесины. Это просто что-то с чем-то. Я, кстати, еще постараюсь кого-нибудь убить бензопилой. Ну, я имею в виду не людей, а животных, да? С людьми мы еще пока здесь не дрались. Ну так, были кое-какие стычки. 36, 40, 79, 94. Обалдеть! Друзья, это X1 сервер. 94. То есть, если мы начнем топором рубить. Вот вы видите, да, как они рубят. Как это рубится, да? 9 всего лишь древесины, и дерево просто-напросто свалилось. А если мы начнем рубить, вернее, пилить пилой, то это будет намного фиг. Вот смотрите, вот это вот дерево побольше, да? 24-34. Нихера себе! 234! Вот это жесть! Так, давайте сотню скинем сюда. У нас перевес жесткий. Ты ёптать! Фух! Колобок, ты чё так пугаешь меня? Я думал, карна на меня пошел. Вот это жесть! Не, ну это ты даёшь, колоб. Это наш, я карна. Понял. Хороший карн. Ты, кстати, туда дальше не ходи, там виверна ядовитая летает. Да ты чё? Я хочу, кстати, посмотреть на виверну. Ну, посмотри, только смотри, чтобы тебя не съели. Покажи, где виверна. Вот туда. Вон она, вон она. Ага, вижу, вижу. Вижу, 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 вижу. Сейчас посмотрим. О, у меня до сих пор работает, слышите, да, этот? Бензопила работает. Так, она где-то здесь. Вот она, смотрите, ребята. Вот она просто жесткая. Она такая красивая. Обалдеть. Ать! Ать! Сделал, как говорится. Так, ладно. Ну что ж. Вот так вот. Бензопила, ребята, очень эффективна. Вы знаете, да, здесь у нас дефицит вечно был с, как говорится, с древесиной. Поэтому сейчас все. А камень. Не, камень не добывается. Вот, кстати, бензин расходуется. А дамажит-то как он, ребята, оно наносит урон просто жесть. Это бензопила. О, Самир, виверна около базы летает, осторожней. Около нашей базы? Да, осторожней. Ты, ёптать, это плохо. Ну-ка. Там, походу, ребята сообщили, то, что виверна рядом с нашей базой летает. Блин, виверны, ребята, жесткие здесь. Мне кажется, их потом понерфят. Потому что они слишком имбовые. Если притомить виверну, это просто жесть. Но она уязвима к патронам. То есть мы просто-напросто активировали пушки, и эти пушки расстреляли эту виверну. Потому что нас вчера атаковала виверна. Да нет вроде никого. Я не вижу виверны. Красный луч. К сожалению, его поднять не могу. Ладно, давайте тогда добудем еще немного древесины.
Блин, это просто кайф какой-то. Вы посмотрите, какая красота, ребята. Как он добывает просто жесть. Это просто чит какой-то, реально. Лучше всякого мамонта, еще чего-то, да? Так, 299 из 445. Реально какой-то кайф просто же. Так, нам надо подвести своего птенца поближе. У нас жесткий перевес. 370 из 45. Ладно, нам надо все-таки долететь потихонечку. Если сейчас кто-то нас атакует, то это будет жесть. Нам надо, кстати, еще мясо добыть. Мясо. Ну что, давайте тогда выкинем хоть что-то. А то так будем... Вот так вот. Вот так вот будет лучше. Смотрите, видите, наши ребята уже за пушки взялись. Если виверна прилетит к нам, то они ее активируют, и эти пушки ее расстреляют. А так у нас пушки настроены... Через каньон. Огненная виверна через каньон. Колбок, помоги мне, пожалуйста, принести древесину. Закидывай в эту пласть. Кого? А, вот его. Так. Где тут у нас древесина? Хотя мы древесину можем, в принципе, сюда можем класть. Закидывать древесный сок у нас здесь. Есть специальный ящик. Прекрасно. Вот так вот, ребят, ну, в принципе, я уже вам говорил про это дело, да, как мы выживаем. В основном вот так вот мы ходим, делаем, что-то делаем, в основном добываем, знакомимся с разными ребятами, которые живут на этом сервере. Здесь в основном иностранцы живут. Сервак у нас официальный. А, все уже забрали, да? Ладно, поехали тогда покормим нашего этого аргента. По всей видимости, уже кто-то, наверное, грузанул. Ну-ка, сейчас пушечки посмотрим. Че, как дела? Виверну ждете, да? All target стоит. Будем живы, не помрем. Ага. Хорошо. Поеду, наверное, дальше. Рубить древесину. Вот, кстати, здесь тоже есть древесина. Так что, дорогие друзья, элементаля скоро мы будем томить. Все к этому идет, по идее. Пока нас не зарейдили, вроде бы у нас оборона хорошая. У нас еще есть три, кажется, турельки. Мы их сейчас будем расставлять. Как только мы полностью это дело расширим, мы будем заниматься обороной. Как вы знаете, в этой игре очень быстро ломается генератор, так как у нас погода жаркая, генератор не любит, когда в жаркую погоду его запускает. Поэтому нам приходится еще поддерживать его работоспособность. Так. Блин, как я обожаю. Никитас! Самирко, пилишь? Пилю. Огнемет готов, нет еще? Что? Огнемет, говорю, готов? Нет, мы вчера решили его не делать, печку сделал. Ну да, правильно тоже. Ну ладно. Так, ну огнемет, ребят, в этой серии, к сожалению, я вам показать не могу. Ну, не переживайте, как мы только сделаем огнемет, я пойду в пещеру, наверное, с ребятами. И вам покажу, что там такие просто красоты. Я уже бывал, кстати, в одной из этих пещер, здесь очень их много. Они очень опасные. И можно запросто умереть. Интересно, мы его можем ваншотнуть? Так, сначала... Не, ладно, блин, его убивать не стоит. Он слишком няшный. Лучше ойл заберем. 16 нефти. Хе-хе, вот так вот. Так, а вот он, кстати, элементаль. Смотрите, как он беспалевно такой. Спрятался. О, ёптать. Ёптать. Какой красавец. Элементаль. Бей меня полностью. Ух ты, ёптать. Достал меня. Какой злой-то такой, а? Ты что такой злой-то? Швырни в меня камушек, пожалуйста. Ой, ёпта, швыряет. Красота просто. Есть элементарь, если так понимаю, еще есть голем. Голем, короче, там он намного, блин, здоровее вроде бы, да?
Так, во, давайте вот этого члена... лошадку, вернее, заберем. 8 уровня. Интересно, сможем его ваншотить или нет? Так, здесь драконов нет, никого нет, да? Нормально. Так, пассивный. Иди сюда. Ух ты, ёпты! Мясо! Мясо! Чё-то походу мы... Какая жесть! Сваливает, сваливает, сваливает или нет? А, не сваливает, походу. Он сваливает от нас. Давай, 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 давай! Ой, я сейчас умру, походу. А, я его убил! Я его убил! Так, подождите, а мясо, интересно, добывается? Нихера себе! Смотри, сколько кожи и мяса мы тут... Вот это жестяк! Слушай, он намного больше, чем аргентавец добывает мясо. Либо любого хищника. Обалдеть! Вот это да! Вы посмотрите, как он еще мясо добывает. Не только древесину, еще и мясо. Мне кажется, еще что-то, наверное, добывает, да? Так. Давайте сюда закинем этот прайма. Ух ты, что-то тут намечается. Так, прайм у нас через 3 минуты закончится, да? Давайте быстренько прайм закинем в этот. Да-да-да-да-да, я знаю, что-то тут намечается у нас. Смотри, как наш няшный чувак. Ну-ка. Еще раз. Хвостом, 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 смотри как. Красота просто. А, это, по всей видимости, жара. Я забыл, как называется. Storm is coming, видите, пишут в этом в чате. Электрик, а, это у нас электромагнитный шторм. Во время электромагнитной бури, ребята, у нас отключается вся электроника. В этот момент могут нас начать рейдить. Либо мы можем рейдить какую-то базу. Потому что все отключается, вся электроника, все полностью. Кстати, нам надо поближе подобраться сюда. Так, забираем мясо. По-быстрому. Давай, 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 быстро, быстро, сейчас испортится. Да! Да, твою душу! Ой, походу не успеем. Блин, мясо как... Как так быстро-то, а? Андерс, соль... Соль мы не можем туда перекладывать, да? Не успели, твою душу мотал. Не успеваем. Мы просто ходили все это время. Херню валялись просто. Ладно, давайте просто мясо пожарим. Кушай, 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 кушай. Съешь это мясо. Вот так вот. Шаурма, шаурма, заходи, народ, на моя город. Туда, сюда, обратно, всем приятно. Бензол, бензин. Бензол, господи, бензин берем. Так, электромагнитная буря. Сейчас начнется. Сила электромагнитной бури, это просто невероятно, ребята. Так, кстати, нам надо включить облака, чтобы я вам показал, как... Вот намного красивее выглядит вот это дело. Вот так вот, смотрите. Ну, я их отключаю, когда я летаю. Чтобы было виднее. Ай, пятерочек отложился опять. Да ладно, что такое-то? Электромагнитная буря, да, будет? Doom Spirit. Нет, мне кажется, что песчаная. Или жара. Не, там непонятно. Не, мне кажется, жара будет, а не электромагнитная буря. Ну, блин, пишут, что электромагнитная будет. Сейчас посмотрим. Нам надо, блин, эти языки изучать. Ну, просто... вроде как электромагнитная будет. Они так показывают, как будто их электричество бьет. Видишь, они хвостиком. Так, да, да, да. Вытягивают хвост так. Да, 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 электромагнитная буря. Все, электроника отключилась, да? Вот да, она. Да. Бензопила Самир, у тебя Самир. Не работает. Самир, возьми бензопилу в руки и попробуй ее использовать. Во, 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 смотри. Да, очень классно получилось. Прям несколько раз подряд нажми, тебе понравится.
Нет, я не... Она еще и ломается, да, походу, или нет? Нет, не ломается. Не ломается. Ну, короче, во время бури, друзья мои, ничего не работает. Все электрическое не работает вообще. Вот так вот буря выглядит. Я не знаю, молния может меня убить, не может. Разные слухи ходят, но я так понимаю, что они... А могут даже и нанести молнии этот разный урон, если мы попадем под молнию. Вот так вот. Хотя вот я слышу, что мне гудит, типа работает, но оно не работает. Вот так вот, там чувак какой-то, кстати, летает. А, это наш. Это Джефферс летает. Вот так вот выглядит электромагнитная буря, дорогие друзья. Многие просили, чтобы я показал. Ну что ж, вот, в принципе, вот такая вот у нас база. Потихонечку расстраиваемся, скоро будем томить голема, если мы его найдем. Элементали, вернее, и... Я надеюсь, скоро еще и до Виверны дойдем. Друзья мои, ну нам... Предъявите ваши документы. Че, еще раз сделай? Шналя! Ай, хэндиго. Ausweis papieren bitte. Schnelle, los. Ох, прикалывается. Римас, давайся. Мы будем давать тебе водка. Вот так вот у нас каждый день, друзья мои, приколы. Ну, у нас, видите, такой коллектив. Собрался сплоченный, маленький. Ну, работаем потихонечку. Живем. Я тоже вне серии очень много что-то делаю, что-то это. Я обычно ночью играю. Ночью я не записываю, чтобы... Ну, я обычно ору. Туда и сюда, обратно, всем приятно. Ну, если что-то будет интересно, я обязательно, конечно, все это дело запечатлю. Не переживайте. Серия у нас будет выходить, можно сказать, каждый день, даже в некоторых... моментах я даже выпускаю по две серии по арку, по старому айленду, по нашему выживанию. Мы еще и с Синичем, как говорится, снимаем. И, возможно, еще с одним человеком я буду параллельно снимать. То есть с Синичем сам и еще с одним человеком. По поводу хардкора, ждите, скоро будет еще новый выпуск по хардкору. Как я там буду бегать голышом, умирать от жары, либо от всяких аргентов и волков, да, и, короче, там будет полный бомбеж. Ну, мне кажется, будет интересно. Друзья мои, спасибо большое за ваши лайки. Ваши лайки меня очень сильно мотивируют делать новые видосы и выпускать их как можно чаще. Ну, а я вам желаю удачи. До скорых вам встреч. Ай, хитерочек сказал, всем пока.